Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Здравствуйте, дорогие друзья зрители. Сегодня к нам на распаковку попал телефон Sony Xperia S. Телефон имеет 12-мегапиксельную камеру, может снимать Full HD. У него HD-шный экран 1280x720, 4,3-дюйма экран, 1,5 ГГц процессор двухъядерный. Имеет сертификат PlayStation. Экран выполнен по технологии Mobile Bravia Engine. Здесь еще есть технология 3D снимков, Sweep Panorama. X-Load какой-то, не знаю, что это такое. Так, что здесь еще есть? HDMI. Разъем для подключения к телевизору или к компьютеру. Приступим к распаковке самого телефона. Коробочка у нас так вытаскивается. Так, вот. Значит, в комплекте у нас есть наушники. USB кабель, зарядка, ну, соответственно, мануал Xperia S и, собственно, сам телефон. Сам телефон выглядит довольно респектабельно, красивый внешний вид, такой вот у него черный динамик здесь. Есть микрофон для шумоподавления. Вспышка яркая. 12-мегапиксельная камера. Здесь у нас находится разъем для наушников. 3,5. Здесь же кнопка блокировки-разблокировки. Качелька громкости. Отдельная кнопка под камеру. Ну, соответственно, HDMI выход. Так вот. Микро HDMI. И здесь еще что это? А, это для того, чтобы на крючок его цеплять. Еще у нее есть такая прикольная вставочка здесь, пластиковая. Там на камере здесь не видно, но там есть значки Home, назад и меню. Они как будто в середине находятся этого пластика. Как будто в воздухе подвешены. Ну, смотрится прикольно. Вот, так, телефон я уже включил. Даже потестировал. Оболочка у него такая интересная. Фирменная, прикольная. Вот эти клавиши сейчас светятся. Светится. Сейчас должны погаснуть. Иди. Ну-ка. Да, погасли. Снова светится. Вот. Телефон работает достаточно шустро. Не тормозит, несмотря на то, что здесь двухъядерный процессор, но его вполне достаточно, набирает он вон тут больше, чем Fly IQ4491, несмотря на то, что тут четырехъядерный, это двухъядерный набирает 14000, а тут на четырехъядерный набирает 14 с копейками, то есть разница в процессоре, конечно, серьезная. Так, постулечка, что у нас здесь? Версия Android 4.04, модель телефона LT26i. Здесь даже уже обновление приходило, по-моему, я его еще не ставил. Сейчас вот тут посмотрим, что там такое у нас. Так. Протестируйте девайс. Ага, он что, он сбросил рекорд. Ну, не рекорд, а именно сколько баллов он набрал. Ну ладно, не важно.
Т26А. Тестировать уже не буду. Долго ждать. Поэтому сейчас посмотрим просто параметры, какие у него здесь. Так, ну-ка. Выход. А, вот. 13866 попугаев он набрал. Так, что у нас здесь внутри? Кстати, этот телефон поддерживает 10 точек касания. Это, конечно, прикольно. Так, экран 1280 на 720. 12 мегапикселей камеры. Так, процессор здесь Qualcomm Snapdragon MSM. Круто. Понятно. Так. 32 гигабайта внутренней памяти. 1 гигабайт оперативки. Только почему-то здесь пишется 604 мегабайта. Ну, это может особенности прошивки. 2 ядра. 32-битная система. 1,5 ГГц. Так. Где-то тут у нас был. Касание. Мультитач. Так, сейчас продемонстрирую, сколько здесь. А, так на камере не видно, правда. Попробую сейчас пальцами тут поставлять как-то. Вот. 10 точек касания наделал на таком маленьком экране 4-3 дюйма сейчас. Вот это да. Нормально. Обычно там каких-то с подобными параметрами телефона, там двухъядерный МДК. И еще у меня тут 5 точек, там 2 касания, 3 касания. А здесь 10. Очень даже неплохо. Телефончик, конечно, интересный. Оболочка здесь довольно красивая. Можно менять тему. Делать их разными цветами. Вот такая вот еще есть. Так. Ага, камера вот. Кнопка камера. Сейчас запустим камеру. Так, длительным касанием. Значит, камера запускается. Фокусировка тоже происходит с помощью длительного нажатия. Сейчас сфотографируем что-нибудь. Так вот. Ну, фотографии хорошие делать. У меня перед этим была Sony Xperia V. Ну, я хочу сказать, что на ней фотографии все же получаются лучше. Там 13 мегапикселей камера, ну там и телефон, конечно, понаряднее будет. Но на ней, в принципе, здесь 13 мегапикселей вполне неплохо. Учитывая то, что сейчас я такой при слабом освещении делаю, то снимки получился. Снимок получился неплохой. Так, чтобы нам еще здесь посмотреть такого интересненького. Так, это тут обновление висит у нас. Доступно обновление. Пришло по воздуху, только подключил Wi-Fi. Все же есть система Vulkan Audio. Тамбом, камера, FM-радио есть. Даже заглянуть, попробовать под крышечку. Так, еще не открывается. Так, как же его открывать? Угу. Что-то я тут не наблюдаю. Никаких этих самых
где можно было бы его поддеть, там, крышку поднять. Так, странно. Тебе открывать. Ага, вот. Только открывается, конечно. Вообще нету. Я его не увидел, не знаю. Но ее здесь уже нет. Да, приходится вот открывать USB-шечку. Ну ладно. Так, вот здесь у нас разъем под сим-карту. Здесь, походу, microSD, микро-сим-карта. И мини. Встроенный аккумулятор, несъемный. Аккумулятор я не помню, насколько здесь. Что-то придет где-то... То ли 2000, то ли 200, что-то такое, не помню. Так. Ну что, в принципе, тут внутри больше смотреть нечего. MicroSD разъема нету. В принципе, здесь и 32 гигабайта памяти своей вполне хватает. Вполне достаточно. А, вот как она снимается, интересно. Прикольно. Я просто так, как бы, объяснить, делать со свайпом таким вверх. Раз, и она снимается. Удобно. Прикольно. Ну да. Ну, собственно, все. Посмотрели, поклацали, увидели. Спасибо за внимание. До свидания. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.